Новый инновационный способ, как снять спазм ягодичных мышц. Слышали про притчу «тренер с палкой»? Когда-то спортсмен бьет мировой рекорд, прибегает первым, а его все спрашивают болельщики: ну как ты так терпишь своего тренера? Он с палкой бил тебя, когда ты бежал. А тот говорит: я ему бью за каждый удар, и чем сильнее бьет, тем больше я ему плачу. Больно! Ну,